Правила и требования к реализации национальных проектов в МРИЭЛ соблюдаются в полной мере. Об этом глава республики Александр Евстифеев заявил, подводя итоги 19-го съезда политической партии «Единая Россия», который прошел в минувшую субботу в Москве. В масштабном форуме приняли участие президент Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев, партийные лидеры, руководители регионов, главы министерств и ведомств. Съезд «Единой России» по сути дал старт предвыборной кампании в Государственную Думу, выборы депутатов которой состоятся в 2020 году. Высокий статус форума подчеркнул российский лидер Владимир Путин. Он напомнил единороссам об основополагающих установках их работы. По итогам съезда был принят целый ряд решений, призванных не просто продемонстрировать избирателям, что «Единая Россия» меняется, но и оказать реальную поддержку жителям регионов. С этой целью будет создана сеть многофункциональных приемных, куда граждане смогут обращаться и с инициативами, и с проблемами, а также правозащитного центра, где россияне получат помощь вне зависимости от своих политических взглядов. Одной из главных тем съезда стало участие «Единой России» в реализации национальных проектов и оценка эффективности работы на местах. Как отметил глава государства, результаты нацпроектов должны быть зримыми, чтобы россияне чувствовали позитивные перемены в своей жизни. И это является первоочередной задачей партии. Значимую роль «Единой Единороссов воплощение в жизнь национальных проектов отметил и Александр Евстифеев. Все граждане в Российской Федерации отдают себе отчет, что партия власти нужна. К ней граждане России относятся не одинаково, но все признают, что эта партия нужна. Это некая площадка для реализации тех политических и хозяйственных решений, которые принимаются и высшим должностным лицом, и правительством Российской Федерации. И это площадка, которая позволяет, во-первых, формировать национальные проекты, во-вторых, их реализовывать, а в-третьих, контролировать, чтобы при реализации национальных проектов не было допущено финансовых злоупотреблений, не нарушались требования по качеству, по срокам исполнения и так далее. Республика работает в законодательном поле, соблюдает безусловные правила и требования к реализации национальных, прежде всего, проектов, потому что это на сегодняшний день вообще основная возможность для того, чтобы республика динамично развивалась. И мы, конечно, будем и дальше следовать принятым решениям правительства и тем решениям, которые поддерживаются членами партии «Единая Россия». Республика вполне вписывается в содержание словосочетания «Единая Россия». 19-й съезд «Единой России» прошел для делегации из МРИЭЛ плодотворно и продуктивно. В рамках форума Александр Евстифеев провел ряд рабочих встреч с представителями аппарата президента России, коллегами из других регионов и депутатами Государственной Думы.